Еще один этап сборки дизеля PLD50. Установка турбокомпрессора. Сейчас я его буду ставить на место. Распаковал. Вот так. Сейчас надо идти за болтиками. Сразу наживлю болты. И в принципе он на месте. Один из этапов сборки дизеля — установка корзин. В этой корзине стоят оба коромысла для выпускных клапанов и впускных, всасывающих, выхлопных. Кто как говорит. Мне, честно говоря, уже надоело спорить. Всем не угодить по названиям. Сейчас будем останавливать на дизель. За это время дизель уже обрастает агрегатами. С этой стороны осталось еще водяной насос поставить и как бы уже немного трубопровода, и дизель скоро готов. Так, ну примерно так. Сейчас там напарник подготавливает прокладку и будем опускать. Ну что, поехали, да? Так, там, наверное, еще вира надо, да? Вира. Даю. Я посмотрел, нормально все, чисто. Все продуто воздухом. Так, перебор, наверное, немножко. Даю, майна, даю. Пошла, родная. Смотри, чтоб толкатели там в коромысло попали. Нормально? Толкатели попали в коромысло? Штанги? Ну, если б не попали, наверное, она не села бы. Нормально? Все, майна, опускаю. Ну вот, работаем дальше. В процессе работы совсем забыл про то, чтобы снять установку водяного насоса. Вот мы тут почти заканчиваем, наживляем болты. Остальные парочку осталось
В принципе, сейчас будем уже его обтягивать скоро. Тоже такой насосик не маленький. Есть свои нюансы при установке его. Очень часто с нижнего фланца течет вода. Такой своеобразный фланчик, всего с одним болтом, одним штифтом и одним водяным отверстием. Здесь обычно течи. Очень важно здесь угадать толщину прокладки. Из-за этого все проблемы. Вот так. Ну что, а так дизель у нас практически готов. За исключением выхлопного коллектора. Фу, даже говорить не могу. Устал. Ну что, пронес? Давай, собираем дальше. Резинки стоят на уплотнение топливных трубок. Это вот на обратку с маленьким отверстием. А высокого давления трубки, там немножко побольше отверстия. Как интересно, они уплотняют. Я немножко смазочкой ее смазываю, одеваю на трубку. И потом молоточком. Оп, 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 оп. И все на месте. Такая интересная система. Ну, а потом уже наводится красота. Таким образом.